Итак, господа, поехали. Сейчас будет небольшая сводка за прошедшее время. Вот, это у нас весь давно не выходил. Грусть, печаль. Потому что по ночам постоянно бегаю с Джессикой своей любимой. Вот она, кстати, вот она. Подлюка. Опа. Подлюка. Теперь только на поводке, иначе никак, а то... Постоянно какое-то у нас хулиганство происходит. Выходишь с ней, особенно ночью, шикарной собакой, бочкообразной, такой красивой. Вот, она начинает хулиганить, бузит, скандалит на всех по ночам. Поводки, кстати, вон, перегрызает. Пришлось из двух шить один. Ну, пошли. Вот, опуши, хулиганка. Это же хулиганка. Тянет еще, тянет. Ну, неудобно. Камера в одной руке, а другой телефон, смартфон. То есть, наоборот, телефон. В другой поводок. Ой, только проснулся вообще. Охреневаю пока еще. Так. Что можно сказать по тому, что произошло за то время, что мы... не появлялись на Ютабе. Да, Джессис? Джессис. Ну, короче, Родеон продан. Драгоценный RX 560, на который когда-то... О, сколько елочек-то здесь, а? Штук 5 там. Кто не видит, вон штук 5 елочек там торчит. Новый год закончился. Короче, Родеон RX 560, который когда-то набирался, по-моему, на донатах, или процессор на донатах, я не помню, что набиралось. Но Родеон, по-моему, тоже наполовину на донатах набирался. Вот он продан. Продан. У нас теперь есть 30 тысяч рублей. Я все деньги сложил в кучу. Сейчас будем покупать серьезную видеокарту, да, Джессет? Да, Джессет, только я пока не знаю какую. Но серьезную. Такую прям набычную будем покупать. Ну, набычную особо не купишь, такую средненькую. Средненькую видеокарту может получится. Может получится купить. Вот, это будет вообще. Every good. Визмощадка будет. Какая-то, не знаю, с RTX, ну нафиг. Сейчас новые... 65.00 выходит от Родеона. Родеона, да? От Nvidia выходит 30.50. 30.50 45 тысяч. 65.00 от Родеона будет стоить, ну, фиг его знает. Короче, 1030. Может, чуть дороже. Так вот. И это все фигня, что там будут лучи даже на Родеоне, это все херня, пуш. 16 исполнительных блоков, это ни о чем. Это только там, не знаю, 8 FPS походить в метро. Исход посмотреть там. На лучи нам модные и выключиться. Так что на лучи я не надеюсь. Только на базовую производительность я смотрю. Вот такие дела. Так что не имеет значения старую брать. Карту какую-нибудь от Nvidia 16 1650, там, не знаю, еще какой-нибудь древний вообще тухляк, который еще в магазинах есть, 1050 Ti, это неважно, вот, или еще что-то такое, потому что все оно относительно одинаковое по производительности, а лучи все равно задействованы не будут ни хрена, потому что они дохлые. Вот. Так что вот такое дело. Ну, с видеокартой наконец компьютер станет нормальным. Ну, условно, конечно. Потому что процессор мы туда... Вот, шестиядерный внедрили. Это вроде 2600. Мы его внедрили туда. Да, G-Set. Не знаешь, что такое процессор? Не знаешь. G-Set. Вот, и компьютер стал почти игровым. Осталось-то всего от видеокарты засунуть какую-нибудь
Вот. Кому интересно, на какой видеокарте я стал сейчас? 10 1030 10 30. Стоит хорошая. Во многих старых играх она даже лучше. Лучше Радеона была. Хотя Радеон мощнее. Такие вот дела. Ну, временное решение, короче, на несколько дней, где-то через неделю уже куплю, на что накоплю. Потому что надо все-таки что-то брать уже. Ну, сколько можно-то? Тюленец. Вот. И будет топ-игровой компьютер. Главное, чтобы еще видео потом снимать и монтировать. Время было, а то засядешь в игры, как сейчас. И ничего уже и не хочется ни монтажировать. Вот. Ни обзоры городов записывать. Сейчас вообще какая-то лень. Всепоглощающая у меня. Это от видеокарт не зависит, ни от компьютера, ни от чего. Даже если без компьютера, то же самое. Ничего не хочется делать. Так. Смотрим туды. Никого. Смотрим сюды. Тоже никого. Тоже никого. Значит, мы джесец тебя освобождаем. Бегай как хочешь. Вперед. Подлюка. Вперед. Ой, блин. Вот и пусть бегает. Так, поздно вышли опять. Поздно вышли. Смотрите. Видно что-нибудь? 4 часа, короче. Где-то 4 часа. Это поздновато. Это не особо котируется. Вот сейчас она будет скандалить. Сейчас кого-нибудь увидит. Увидит она кого-нибудь за 5 километров. Такая собаченция. Бычкообразная собака. За 5 километров кого-нибудь увидит. И начнет. Чё такой скандал будет? Вы офигеете, вы ау, аву будет вот так говорить. Выть будет, кричать, гавкать, ругаться будет, бухтеть. А джесец, будешь так делать? Конечно, будет уже готовиться. Она уже готовится бухтеть. Бухтеть, надо ж побухтеть на кого-нибудь. Все ж сволочи, сволочи поганые. Да, джесец, так ты ощущаешь, кто ходит по ночам, кроме нас? Так ощущает. Ну, какой, а? Уж какие, уж какие. У нее видно ни хера, уж какие шикарные у нее, у дамы. Вообще много чего у нее шикарного. А не видно, правда, ни хера. Уши шикарные. О, ладно. Туалет нашла. Это Every Good. Так что мы ее ждем. Вообще впереди со стороны Москвы мрак какой-то. Вы видите это, да? Видите, смотрите, здание 2 по центру кадра. И прямо вон там, над этими зданиями, темная какая-то страшная туча. Пиздец какой-то, короче. Вообще жесть какая-то. Но хорошо, хоть относительно тепло сегодня. Не знаю, может там в Москве страшный снег идет, но туча страшная. По-моему, она, кстати, не всю Москву закрывает, только южную часть. Южную часть. Мытищи там, Перловский всякие. Вот. Ярославский вокзал там, не знаю. Может быть, даже... Как же она называлась-то, блин, все время забываю. Ну, где я первый раз-то работал, блин. Агитатором, горланом, главарем. Блин, в КПРФ. Блин, как же она называлась-то, зараза, а? Вот, короче, это, блин. Вот там Комсомольская, в центр. От Комсомольска радиальный, короче, 2 станции. Как она называлась, блин, скажите, а? Вот, блин, а. Вот, блин, а. Вот, короче, вот, блин, а, блин.
забыл. Но до Лубянки, короче, которая между Комсомольской и Лубянкой. Ёб твою, налево. Вот знаю, но не вспоминаю. Ни хрена. Вот, короче, вот там еще нормально. Ну, вообще, тема про Зюганова поднялась. Надо про Зюганова рассказать. А то я что-то никогда не рассказывал. Когда-то давно рассказывал, но я что-то смонтировал, отмонтировал. В херовом каком-то состоянии было это рассказано. Короче, так. Зюганова. Надо было ходить. Платили много. 1000 рублей. Одну тысячу рублей. Платили. Короче, ну каждый день. Вот, когда всем остальным платили, не знаю, там 6 тысяч в месяц, на одну тысячу. Одну тысячу много. Студентам это во прям. Это охренеть было, короче. Лет 15 назад. Агитатором, горланом, главарям. Ничего не надо было делать. Надо было просто ходить, короче, и газеты распихивать. Зюганова, опросы. Но опрос у нас никогда. Студентам доверия нет. Опрос проводить. Это более взрослым. Там опросы. Вот. А нам газеты запихивать, короче. Распихивать, раздавать, там, мороз особенно, вот в такую же погоду. Ходили там, газеты раздавали. А летом были постоянные сотрудники, там летом, весной, блин. Весной и осенью были постоянные сотрудники. Никакие студенты левые были не нужны. Да, GCS? Знаешь, что такое студент? А, не знаешь, это пиздец, короче. Студент — это когда тебя постоянно все фигачат. Фигачат постоянно, говорят, что ты хандон штопанный. Вот, ни за что. Это называется студенчество. Все подряд шпиняют. Вот. А бабки в метро постоянно требуют... Иди сюда. Постоянно требуют, чтобы ты тележку, короче, их не вывозил. И это называется студенчество. Считается, что это обалденно. Это полное дерьмо. Школьные годы полное дерьмо. Джисет, беги. Смотрите, как уши разлетаются. Уши. Хоп. Ну вот. Так что, ну это нахер. Студенчество. Хорошо, я тогда нифига не учился в этом, блин, в каком-то институте вонючем, потому что это пиздец, короче. Я такое слышал, там какие-то сессии страшные. Там что-то надо постоянно сдавать, что-то постоянно писать. А уже после, потом, я когда я мог учиться, там надо было что-то постоянно писать. А вот дальше, через несколько лет, надо было что-то постоянно печатать, что-то там на компьютере набирать. Это вообще охренеешь. Хорошо, я это ничего не знаю, да, GCS? И знать не хочу. Вот, нюхает. Кстати, вот она здесь нашла недавно. Несколько дней назад вот в этом месте мышку. Вот здесь вот где-то, после вот этой трансформаторной будки. Мышку нашла. Игрался с ней. Но мышку мы спасли, короче. Она так лайтово с ней игралась. Ничего страшного. Она ее брала, в зуб просто перетаскивала, чтобы она не убежала. Вот. Она притворялась мертвой, потому что она боялась такой, конечно, огромной собаки. Вот. Но мышку, она, в отличие от кошки, она ее не повредила. Она ее аккуратно переносила. Вот где-то здесь. Аккуратно она ее переносила, играла, вот здесь бегали. Я на поводок прицепил и прекратил издевать над мышкой, потому что мышка... Мышка, она репку тащит, репку поднимает, и, короче, репку не вытащить без мышки, да, жесть, без мышки репку не вытащить. Жучка есть, кошка, дочка, жучка, кошка, деда нет, мышка убежала, репка нам не по зубам.
Репка нам не по зубам. Пошли, Джесс. Пошли, пошли. Вообще народ пойдет. Не хочу. Я не хочу с народом общаться ни с каким. Тьфу на них. Как говорил один известный человек. Вот она вспоминает, что тут была мышка. Вспоминает. Мышка. Нету мышки теперь. Нету. Нету мышки. Мышки. Мышки нет никакой. На джесец. Нету мышки. Что по итогу перед концом видео всем вам сказать? Ну, обещаю, что к весне, весной будет налажена уже нормальная видеосъемка постоянная. Вот, короче, будет все и в регут, визмощадка. Не буду отлынивать, это сейчас зима. Зимой пока поленимся. Ничего делать не будем. Особо-таки, смотрите. Объявление. Вот оно, видите, стекло. А внутри светодиодные лампочки. Как в телевизоре, в общем-то. Только экрана нет этого самого, уже жидкокристаллического нифига, многослойного. Вот такой вот. Джесет, Джесет, ты куда? Джесс, Джесс, Бюрь. Джесс, Бюрь, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, Джесс, Бюрь. Вот, потому что сейчас, конечно, зима, снимать нечего, и незачем, и постоянно все, руки отмерзают, ноги, руки, ноги отмерзают. Это там Леха Хомяков бегает, я просыпался там посреди ночи, включал, а у него какой-то трэш-угар, он там пьяный, нажратый, постоянно мотается, снимает по Москве, по всем барам, по ресторанам, да, Джесет? Я не знаю, что такое Леха Хомяков. По барам, по ресторанам мотается. Вот. Охреневает. Там такие приключения. С бомжихами со всеми перезнакомился. Перецеловался сегодня Леха Хомяков. Вот. Выпил там, не знаю, водоризационных изделий, наверное. Целый литр. Больше, чем Озон пьет. Я так не могу. А я сразу сдохну. Вот. Так что... А не, нифига. Идем с вами дальше. Рашкамеру включил. Потом это всегда мы успеем. Выключиться. Хочу показать всю прогулку. Всю прогулку. Досконально. Досконально. Потому что теплая погода. Рука вроде не отваливается. Можно. Можно показать. А то в прошлые разы я вот снимал здесь. Я сразу заморозился. Это вообще была жесть, конечно. Но видеокарт, конечно, это мечта. Это сейчас вообще главная тема канала Жирный Голубь. Это видеокарточка. Видеокарточка это Еврегуд. Визмощадка. Вот, туча огромная, на видите, растет. Пока мы здесь ходили вот так вот. Петлей такой. Выросла, зараза. Сейчас сюда придет, короче. Сейчас здесь будет такой, наверное, снегопад. Да, Джесет? Такой снегопад, охренеем. Короче, видеокарта. Это главная тема. Ютуб-канала Жирный Голубь. Это вообще, о, какая видеокарта. Черт ее знает вообще. Черт ее знает. Но 1034 можно на видеокарту, в общем-то, и туда ее, короче, запихнуть. 34 тысячи. Больше не, это нет. Это нет. 35 нет. Нет. Я планировал, что будет до 25, нет. Не, нормальный нет. Только старая тухляк, короче, 1050. Это полный тухляк, это видеокарта 6-летней давности. Она недалеко ушла от 1030, потому что там одно и то же графическое ядро. То есть я ничего не получу вообще. То есть я одну 1030, получается, меняю на другую же 1030, но с другой памятью. Мне это вообще не нравится.
Это решительно отвергаем. Вот. Отвергаем решительно. Отвергаем решительно, и такое нам не подходит ни хрена. Вот. Вообще. Видеокарта. Все мысли захватила. Это вообще. Видите? Вот она вот так смотрит. Лицом вниз. И начинает скандал. Но показалось, что там кто-то есть. Показалось. Так. Джесец, пошли-ка мы сюда. Это наше место здесь. Не знаю, кто-то тут ходит, и я тоже вот хожу. Тут тропинка такая к ручью. И я тоже здесь хожу. Спуск такой, джесец. Чё, не видишь? Ты не видишь? Ой-ой-ой, вперёд иди. Всё, плавает, плавает в снегах. Пошли, пошли. Пошли. Пошли, пошли. Да. Кто-то здесь ходит зачем-то, смотрит. Тоже, наверное, какой-то собачник, тоже с собачкой. И я тут хожу, смотрю. Подходишь. Вот это детскому саду. О, смотришь, детский сад, пиздец, скажу, детский сад. Вот это смотришь. Знаешь, сет. К ручью подходишь. Не, я туда наступать не буду, тепло. Можно и провалиться. Хрен знает, лед там, не лед. Но джесет может ходить. Они так много весят. Вот. Вот такие вот дела. В снегах копается. Пошли. Все. Вперед. Давай выплывай. Покажу, как ты уплываешь. Опа. Быстрее меня уплывает. Опа. Видите, какая? Джесец. Ну, джесец. Джесец. Уплывает моментально. Я так не умею ни хрена уплывать отсюда. Джесец. Блин. Скользковато. Скользковато становится. Вот джесец. 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 Пошли, пошли. Пошли, пошли. Красота. Гулять 3-4 часа, это вообще very good. Я всю жизнь такими прогулками занимаюсь, всем рекомендую. Потому что в это время все-всех боятся. Все-всех обходят. Вот. Вот. А поскольку все-всех боятся, можете ходить сколько угодно, ничего вам за это не будет. Никаких конфликтных ситуаций, ничего. Это если вы в Москву, в центр, в 4 часа вылезете, тогда вам оттуда не выйти. Вот, а где-то там, не знаю, Московская область, другие области. Вот, хоть сколько угодно мотайтесь по ночам. И никого даже не встретите. Да, Джессика Паркер? Джессика Паркер, ей грустно. О, автобус уже поехал. Первый автобус. Вот. Хрена себе, первый автобус. Ну, 4:19, неудивительно. Уже первый рейс. Минут через 20 будет. Вот. Даже сет. Знаешь, что такое автобус? Не знаю. Не знаю, говорит. Автобус, она никогда в жизни в нем не была. Только в электричке она была, и то ее в этой электричке очень испугалась. Пиздец, какую-то лестницу, блин, а? Наворачиваемся в прямом, не очень прямом эфире. Страшно, а? Не расчистили, обычно расчищают перед ночью. Пусть детский садик этот. Вообще классный. Правда, этот не видел никогда ни одного ребенка, чтобы он сюда входил или выходил. Вообще тут мало подъезжает. Подъезжает мало народу, но пара машин я видал, что сюда подъезжает. Но детей вообще считанное количество в этом детском саду. Не знаю, может, весь детский сад человек 30 максимум.
Это не у нас, как было в Чебурашечке. В 90. В каком году? В 95 году, в 94-м. В Чебурашечке. Где одна группа, 30 человек. Тут, наверное, весь детский сад. 30 человек, поскольку я никого не видал никогда. Ни в верандах этих, нигде здесь. И никого не видал вообще. Вообще, да, джесец? Кого ищем? Кому ищем там? Ищет, копает. Смотрите, видите? Ищет, копает. Ищет, копает. Умеет искать. Она находит кости, под снегом выкапывает их, с любой глубины и жрет потом. Вот чего она ищет. Но костей здесь нету. Ладно, господа, тушите свет, все такое, а то никто не будет столько смотреть. Все более-менее рассказал. Жесси почти полную прогулку совершили. Осталось только вернуться чуть-чуть по улице. По вот той вот с фонариками. Вот. Ничего. Джесец, ты куда? Джесец, иди сюда. Мы же сюда ходим. Ты чего? Ладно, всем пока, тушите свет. Всем респект, короче. Покупайте видеокарты. Вот видите, скандал начался. Джесси! О, падла, блядь. Скандалит там, видите? Вот что бывает, Джесси! Джесси, иди сюда. Падла, блядь. Ну, падла. Видите? Вот поэтому и на поводке. Лучше скандалит. Скандалит, наскандалит, потом убегает. Так всегда и бывает.